снов. Я могу путешествовать из одного сна в другой. Я тоже хочу путешествовать. И летать, летать, летать. Во сне можно делать все, что захочется. И вправду можно путешествовать? Еще как. И причем по всему миру. Можно, например, посмотреть, как встречают Новый год на нашей планете. Как здорово! Я хочу! Я хочу! Ну что ж, ты только укажи пальчиком куда, и мы мигом туда отправимся. Прекрасный выбор. Старая добрая Европа. Новый год в Европе – это атмосфера старины и волшебства. Романтическая Франция и жгучая Испания. Роскошная Италия и классическая Австрия. А что вы там мурлычете? Девочка, я пою вальс. Вальс? Ах да, его танцуют у нас в школе. Вальс – это самый романтичный, самый нежный и очень молодой танец. Молодой? Сколько ему лет? Вальсу всего 250 лет. Ого, и где же он родился? Его родины считают сразу несколько стран Европы. Но именно в Австрии, под Новый год, вся Вена от мала до велика кружится в венском вальсе.
еще не все. А теперь мы отправимся на загадочный восток. Yeah!
Северной и Южной Америки. Новогодние традиции этой стороны света фееричны и красочны. Все жители собираются на пляж. А как же те, кто живет в других городах? Все равно стараются приехать в побережье и устраивать яркий карнавал. А где у них стоит новогодняя елка? Ты не поверишь. Главная елка, например, в Бразилии, установлена прямо посередине океана. И праздник заканчивается с наступлением полуночи, когда в небо взмывает торжественный фейерверк. Ну тут как у нас. Shake it down, help me down, but I don't know it. It really put a hand.
Let's go.
сомнению прекрасен, но Новый год принято освещать дома, рядом с самыми дорогими и любимыми людьми. Счастье волшебное, мир.
волшебный праздник. И все, что пожелаете, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И даже Дед Мороз? А как же без него? Ты знаешь, стоит только позвать. Подарка, купил себе душка ворот.